Продолжаем изучать Excel VBA. Открываем редактор кода, сочетание клавиш Alt+F11. И в этом видео тоже будем продолжать изучать тему вызовов одних процедур из других. Итак, у меня есть первая процедура и есть вторая. Давайте пока вот это удалим. Удалим. Так, ключевое слово private тоже удалим. Нам оно не надо. Итак, давайте сделаем следующее. Объявим две переменные. Dim a as long. Так, и скопируем это. Давайте еще два раза. Так, b и result какая-то у нас переменная. Естественно, в реальной жизни переменных может быть больше, и там могут вестись какие-то сложные расчеты. То есть тут мы бы объявили перемены а равно 5, b равно там 15, а result изначально равен 0. Вот, и нам бы надо было вывести на экран Message box. Естественно, нам надо было вывести какой-то результат. Ну, а там расчет может быть какой-то очень сложный. Сейчас пускай будет простой. Равно A плюс B. Но в реальности все мы знаем, да, что формулы состоят не из одной строчки и всего одной операции суммы. А тут может быть каких-то 20-30 строк кода. Какие-то там сложные выражения и так далее. Поэтому вот этот весь расчет можно выполнить в другой подпроцедуре, скажем так. То есть вот это мы удалим. А вот эту вот процедуру second назовем calc. Calc. То есть тут происходят все калькуляции. Вот тут мы ее вызываем, call calc. И передаем все наши аргументы. То есть передаем сначала параметр a, b, а потом передаем и result. Вот тут мы получаем это. То есть мы тут можем написать, давайте напишем вот так, first, second и напишем result. То есть не обязательно, да, эти переменные называть точно так. А тут мы уже выполним расчеты. Тут именно result равно это first плюс second. И давайте запустим, посмотрим, что у нас получится. Результат у нас 20. Итак, как работает программа? Чтобы лучше разобраться, давайте пошагово ее выполним. Я нажимаю клавишу F8. Так, F8. Итак, да, у нас переменным присваиваются данные. Далее мы переходим к вызову нашей другой процедуры calc. Мы переходим в нее. Тут выполняем расчет результата. Тут смотрим еще 0. Result есть. Но после того, как мы закончили, значение переменной result уже стало 20. И здесь, соответственно, тоже стало 20. И потом мы возвращаемся в нашу главную процедуру. И выводим результат этот на экран. То есть, таким образом, да, мы можем все не писать весь код в одной процедуре, а как бы сами расчеты выполнять в другой подпроцедуре. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.